Всем привет! Меня зовут Роман, в эфире новости. Перед тем, как мы перейдем к новостям, хочу вам напомнить, что носите маски, катаны. Что, думали, я про стрим скажу? Нифига! Носите маски. Раз уж везде это убрали, буду говорить я. В транспорте, в любых общественных местах, во-первых, постарайтесь как можно меньше бывать, во-вторых, всегда носите маски. Маски вас от коронавируса не особо защищают. Они защищают окружающих от вас, если вы больны бессимптомно, ну или симптомно, но пока они у вас не проявились и вы не догадались, что это коронавирус, и для того, чтобы не заражать других. Так что да, маски в какой-то степени защищают всех, как говорится, если их носят все. Поэтому, катаны, носите маски. Окей? Ладно. Напоминаю, что сегодня 18:30 у меня, правда, сегодня все еще вечер вторника, но вы это смотрите наверняка. Четверг. И каждый четверг с 18:30 до 20:30 разговорный стрим со мной, где можно задать вопросы и от меня получить ответы. Что ж, перейдем к новостям. Ну и по традиции криптовалюты. Крипта сейчас довольно дорогая, ее, правда, очень сильно качает, то там чуть ли не 66, то 60. И вот это вот все. Эксперты говорят, что вообще ничего не понятно. То ли вверх, то ли вниз, фиг угадаешь. Но судя по тому, что сейчас из одной интересной биржи вывели на 2,3 миллиарда крипты в холодный кошелек, скорее всего, курс будет расти, потому что, ну, не ввели на биржу, а вывели с биржи. И курс будут качать вверх до какого-то определенного момента, пока, как говорится, крипта не подымется до какого-либо значения, которое нужно вот этим самым ребятам, чтобы вы купили, а не продали. Да? Но эксперты говорят о том, что, скорее всего, в 2022 году нас ждет так называемое криптопохмелье с падением рынка, выводом из него средств. Тех, кто, скажем так, курс сейчас качает, ну, как говорится, обналичит и зафиксирует прибыль, и, соответственно, все, кто не успеет вовремя это сделать, останутся с носом. Так что имейте это в виду. Ну и Китай. Китай. Две новости с разницей в два дня. Первая новость, которая была раньше. Китай окончательно запретил майнинг и прям запретил на уровне, скажем так, в черный список промышленности, вот это вот все про майнеров. И в октябре-ноябре на народном собрании обсудит в том числе и этот вопрос. Чё? Типа, два дня прошло между новостями, это что, задняя сейчас была? Ну окей, окей. Майнинг вы из страны вымели начисто. И довольно успешно, хочу заметить. То есть и подпольных майнеров там накрывают, и как бы банковские операции остановлены, и биржи из Китая ушли, ну или, по крайней мере, еще уходят. Все в целом выглядит как победа коммунистической партии над майнингом. Но как бы майнинг приносил Китаю достаточно большое количество бабосиков. И непонятно, во что выльются дебаты с народом. Да? В октябре-ноябре месяце, возможно, правительство теперь попытается отыграть все обратно, что на самом деле было бы довольно странно. Ну, если уж боретесь с майнингом, боритесь с ним до конца. Потому что майнинг, ну, как сам по себе, не самая полезная, скажем так, для энергетики штука. Ну, поскольку это, по сути, пережигание электричества на работу, которая не дает никакого полезного результата. Ну, по крайней мере, в том виде, в котором есть майнинг. Окей. Раз уж начали про Китай, я думаю, что нужно еще немножко навалить туда новостей. Разведка США сказала, что от Китая нужно беречь свои передовые технологии. Ну, как бы я бы отнес это к тому, что из Китая, скажем так, сейчас Китай, скажем так, очень напрягся. Из-за того, что производители, страны и все остальные пытаются перенести майнинг за пределы... О, какой проклятый майнинг! Проклятый майнинг! Производство микроэлектроники за пределы Китая. Ну и как бы такое себе, как говорится, для Китая.
для всех остальных так-то окей. Ну и, соответственно, в Китае останутся... Китай, точнее, может остаться с носом, и вот такие штуки как бы немножко для Китая опасны. Готовность TSMC поставлять данные США о своих сделках, потому что США хочет засунуть свой нос в проблемы со всем этим микроэлектронным, с дефицитом и так далее. И Китай резко напрягся, потому что боится, что эти данные будут использованы для того, чтобы нагрузить Китай санкциями в этой сфере. Напоминаю, что TSMC это у нас там Тайвань, где очень-очень много заводов на территории Китая. Ну и как бы Китай очень рассчитывает на контракты с TSMC, и если они будут нагружены американскими санкциями, то ну как бы никаких контрактов с TSMC не будет, и там прям напряглись в Китае по этому поводу. По поводу того, что TSMC готова передать данные там касательно вот производства микроэлектроники в США, чтобы разобраться с вот этим вот кризисом микроэлектроники. Носит ли он искусственный характер или естественный? Ну да, спойлер, он немножко искусственный. Но не совсем. Нельзя назвать искусственным землетрясение на Тайване, от которого пострадал завод Micron, и теперь нам аналитики предрекают вместо падения цен на память в следующем полугодии, рост цен на память в следующем полугодии. Ущерб для завода Micron пока оценивается, но акции Micron уже выросли на 4%. Good job, boys. Как говорится, завод стоит, акции растут, все хорошо. Впрочем, для майнеров у меня все-таки есть хорошая новость. Давайте к ней. Ну, кроме нестабильного курса, который, в принципе, должен вам позволить на этом заработать. Это новый 170-мегахэшовый майнер от NVIDIA. Сейчас он стоит где-то 4300 в долларе, но в Китае, говорят, уже ценник доходит до 5000 баксов. И если вы такой купите, он заменяет 2380. Говорят, прям пушка-пулемет, берите все. Обзоры на ютубе уже есть, прям майнер супер. Это карта для майнинга специальная. Так что, как говорится, всем рекомендую, руки прочь от наших игровых видео. Видеокарты это, конечно, все весело. Раз уж, типа, рассказал про карту NVIDIA, я, наверное, вам расскажу, что... Intel Alchemist получил примерно свой ценник. И там 600 с копейками баксов за среднюю версию. Ну и примерно 700-800 баксов за старше. Ну, понятно, что эти цены еще могут очень сильно отличаться к моменту выхода. Но сам факт. Примерные ценники на среднюю и старшую модель нам уже назвали. Они, по идее, выйдут первыми. Окей? Будем на это посмотреть, кому будет нужна карта за 800 баксов от Intel, которая конкурентом-то по идее будет всего лишь RTX 3070, хотя нужно будет посмотреть на цену RTX 3070 в тот момент, конечно же. А сами карты должны появиться в ближайшее время, уже вроде как даже первые партии, правда довольно ограниченные в этом году. Но непонятно, пойдут ли они сразу в продажу. Пока с этим не ясно. Но я до вас донес, вы в курсе, все окей. Раз уж мы говорим о том, что пойдет в продажу, а в продажу скоро пойдет Intel Alder Lake. Окей, новостей по нему хватает. И, как говорится, давайте к ним. Прямо сейчас наложу вам новостей с горкой. Начнем с плохих. Ну или может быть не очень, но окей. Ваша система охлаждения, которая у вас есть и к которой скорее всего вам пришлют крепление, есть большая вероятность, что она не подойдет для Intel Alder Lake. Даже если он поместится под пятку вашего кулера, по физическим габаритам они выросли, напоминаю. С прижимом у кулеросиков бывают вопросики, особенно у систем жидкостного охлаждения. И, соответственно, может быть немножко не контакт по центру, и, соответственно, температура конь-огонь, и как бы придется систему охлаждения менять. Ну, так, на всякий случай. Поскольку система крепления, ну, там, правда, рассматриваются в основном водяночки от Asetek, если вы такую себе купили, вы очень странный человек. Но, как бы, ее крепеж не позволяет надавить по центру, ну и, соответственно, получить нормальный отпечаток. А это вам может очень сильно пригодиться. Знаете почему? Не. Потому что на некоторых материнских платах Z690 лимит PL1 может быть, ну,
равен внезапно лимиту PL2. Да-да, процессор будет жрать 300 плюс ватт. Ну и, соответственно, греться соответствующе. Охладить это без трехсекционной воды не представляется возможным. Поэтому будьте морально готовы к тому, что для этого процессора потребуется хорошее охлаждение, даже несмотря на то, что это все-таки 10 нанометров Superfin Enhanced, ну или Intel 7. Никак иначе это себя не проявит, все равно это нужно будет нормально охлаждать. Ну и как бы тесты пользователей, те, что утекли в сеть, говорят о том, что ТДП там конь огонь, и с ним придется как-то бороться, и бороться хорошей системой охлаждения, желательно жидкостной. Окей. Цены. Цены. За i7-12700K обещают ценник примерно 500 бачей. Там, возможно, 540, возможно, 550. В нашем регионе какой будет ценник, сказать трудно, но на старте, наверное, ближе к 700. Ну, за i7. А i9-12900K, ну, скажем так, топовый процессор, будет стоить примерно $660. В нашем регионе, ну, все 900, естественно. Но ценник как бы достаточно гуманный, это означает, что какой-нибудь 12600K нас должен радовать по цене примерно в $350 рекомендованной цены, на старте все 500, но впоследствии мы эти цены можем и увидеть. Платы, правда, по ценнику нас пока еще не сориентировали, судя по всему, будет конь-огонь, как и оперативная память. Но есть и хорошие новости. Оперативная память будет со старта продаваться в том числе и на 5200. Для особых ценителей, возможно, даже и быстрее. За отдельный прайс. Ну ладно. Память это... Память и память. Маску одень. С точки зрения производительности, есть тесты в CPU-Z для 12600K, для... как говорится, самого интересного, среднеценового, бюджетному назвать тяжеловато, процессора, на который мы должны ориентироваться. Intel гордо заявляет о том, что он лучше, чем 5600X. Good job, boys. Точнее, это 10-ядерный процессор с 6 высокопроизводительными ядрами и 4 не очень. В сумме у него 12 потоков плюс 4, итого 16 потоков. Да? Да. Сравнивать его с честным шестиядерником на 12 потоков, ну, такая себе, если честно, идея. Но Intel сравнивает. В однопотоке там все просто великолепно. И это стоит понимать, что новые процессоры от Intel пока в тесте CPU-Z показывают просто недосягаемые результаты. И в многопотоке он тоже лучше процентов на 40. Ну, как бы 10 ядер против 6. Насколько же он должен быть быстрее? А, на 40%. Ну, вот так примерно и получилось. Правда, с 5800X уже не такое радужное сравнение. Если в однопотоке он как унижал все существующие процессоры, так и унижает, ну, как бы, да, он действительно классный, то в многопотоке он всего лишь чуть-чуть быстрее. Процентов примерно на 3-5%, ну, то есть как бы не такая уж заметная разница. Конечно, все будет зависеть от цены, ну, прям в сумме, но как бы сам факт. Ну и плюс есть тесты там 12700K, 12900K в CPU-Z, и можете, как говорится, посмотреть на них сами. Но в целом, давайте подытожим по Alder Lake. Вот просто мое мнение. Мое мнение, через 2 недели они выйдут в продажу. Образцы серийных процессоров для тестов уже рассылают, насколько я знаю. Мне, конечно, они вряд ли перепадут сильно раньше, но предсказываю очень простую ситуацию. Ценник на старте в нашем регионе конь-огонь. И первый месяц-полтора-два есть вероятность, что он будет высоким. Я хотел бы приятно ошибиться, но боюсь, это будет не так. Материнки. С DDR5, где он будет показывать лучшие результаты, будут атомными. Ну и сама память будет стоить в 2 раза дороже, чем DDR4 в том же объеме. Ну и как бы на фоне этого в первые полгода на
покупку такого процессора у вас должен быть особенный бюджет. Да, в играх они действительно должны быть лучше. Но на практике я боюсь, что ценник будет в сборе такой, даже с 12600K, что 5950X взять на B550 платье окажется дешевле. Хотя, может быть, для игр это и будет иметь смысл. Это мы посмотрим, когда это все будет продаваться, будет протестировано с DDR5 и DDR4. Потому что тест CPU-Z это отлично, но теста в играх слегка не хватает. Поэтому давайте дождемся выхода. И уже тогда будем на все это дело смотреть. Возможно, к следующим новостям, правда, утекут в сеть и игровые тесты, но это позже. Окей. Про Intel поговорили. Пора сказать пару слов и о AMD. Что там такого интересного? Их процессоры с 3D Cache для настольного сегмента в ноябре уже прям будут в печати. По моим сведениям, они, правда, уже печатаются несколько раньше. Возможно, в ноябре мы увидим официальный анонс этих процессоров с ближайшими датами поступления в продажу. Intel выкатит свои процессы, выйдут независимые тесты. AMD на это все дело посмотрит, поменяет ценник на 5000-ю и будущую 6000-ю цену, выровняет его так, чтобы соответствовать уровню производительности конкурента и интересу в рынке, и спокойненько к концу ноября объявит о старте продаж, потому что процессы уже, по идее, печатаются. Как говорится, ну, такие слухи ходят давно. Почему, как говорится, так, а не как-то иначе? Ну, тут новые 3D-рипперы с технологией 3D V-Cache, да, вот-вот должны уже как бы быть анонсированы и поступить в продажу. Я сомневаюсь, что настольные процессоры от них сильно отстанут. Я думаю, что они даже раньше поступят в продажу, чем новые Threadripper с 3D V-Cache. Раз уж о них, ну, прям во всеуслышание заявили. Будем ждать, будем за этим смотреть. Но и про технологию, саму технологию 3D V-Cache. Это технология трехмерной компоновки чипов. Как бы у TSMC есть сходная технология трехмерной компоновки, и там они обсуждали технологию охлаждение трехмерных чипов, помните, там много-много новостей назад была эта новость. Так вот, AMD прям смотрит в ту сторону и заинтересована в данной технологии. Поэтому, возможно, Intel будет у нас наращивать Big Little архитектуру. Ну, в принципе, так оно и будет. AMD будет конструировать трехмерный конструктор из ядер. Ладно, окей, посмотрим, как это себя проявит. Потому что, ну, технологии на чиплетах и трехмерные технологии соединения вот этого вот всего благодаря 3D V-Cache в принципе выглядят достаточно перспективными, как, впрочем, и продукция Intel. Посмотрим, во что это выльется через пару лет, но прямо сейчас нам нужно дождаться выхода и первых, и вторых для того, чтобы делать какие-то выводы. Ну, поймите правильно, 2 недельки осталось, потерпите, пожалуйста. Ладно. Там кое-кто еще недавно вышел. И да, в прошлых новостях мы говорили о новых процессорах Apple, так вот, подъехали тесты. В Geekbench 5 он засветился уже в тестиках, и как бы 12900HK, ну, к слову, который засветился там же, прям быстрее. Но вот всех остальных процессоров в этом тесте быстрее уже M1 чип, и это Good Job Boys. С точки зрения игровой производительности, да-да, на Маке можно и играть, и есть игры, которые идут на M1. Но практически в 4 раза относительно M1 обычного у M1 Max выросла производительность в играх. Окей. Но даже так, до RTX 3060 лэптоп это дело все не дотягивает. Ну, окей. В принципе, похожий FPS на RTX 3060 в играх у M1 Max, и как бы это большое достижение. Ну, серьезно. Как для игровой платформы, как для ноутбука весом в 2 килограмма. Давайте смотреть правде в глаза. С точки зрения профессиональной производительности, M1 чип со своей графической частью и со своими блоками для обработки прореза, обсчета видео и вот этого вот всего, графика практически на уровне RTX 3080, иногда ее даже превосходит. Ну, как говорится,
Еще б винду туда можно было поставить вообще цены M1 Pro Max. Точнее, M1, M1 Pro и M1 Max не было бы. В целом, если вы вдруг нацелены на дорогой ноутбук для работы, и macOS вас не пугает, вы готовы работать в этой среде, или у вас уже есть iPhone, и вы знаете, что это такое, свеженький, то как бы добро пожаловать в клуб. За свои там 4-5-6 тысяч долларов это очень хорошее рабочее решение. Если нет, но быстрее нового рабочего, ну или игрового ноутбука на RTX 3080 лаптоп и 12900HK, который скоро должен появиться, он не будет. Ну и, соответственно, мы будем надеяться, что он все-таки будет стоить как ноутбук на винде подешевле, да? Ну, пожалуйста. Ладно, напоминаю вам про то, ну, в смысле, с новостями, все. Напоминаю вам про то, что носите маску в общественных местах, не в общественных местах, где вы контактируете с чужими людьми, а обрабатывайте руки и открытые участки кожи антисептиком, желательно, и мойте с мылом по приходу домой. Обязательно, практически первым делом. Ну и старайтесь не болеть. А на этом все. Всем пока и до следующих новостей.